Святый, святый, святый. Вообще, я приехала на эту школу с определенным запросом о переживании Божьей любви на новом уровне, так как я пережила в 21-м году, потому что полтора месяца находилась достаточно в разбитом, таком пустом состоянии. На протяжении двух дней, вот вчерашний день второй и сегодняшний, на молитвенных собраниях мы молились, мы прославляли Бога, и я очень сильно пережила Божью любовь. Пережила банально в том, что Он меня поместил на эту школу, когда я отказывалась от Бога, я не хотела с Ним никак разговаривать, не читать Библию вообще, избегала всякого контакта и забивала время для Бога, работы и другими пустыми вещами. Как только начинала молиться и прославлять Бога, Бог очень коснулся к сердцу, как обнял и начал мне показывать различные местописания из Библии. И, в принципе, у меня постоянно крутится в голове фраза «близко к Богу», «я близок к тебе», «ближе, чем ты можешь подумать», «максимально близко». И, выйдя с молитвенного после второго дня, я почувствовала такую радость, такую легкость, такое наполнение, которое не чувствовала вот эти все полтора месяца. Мне хотелось кричать, плясать, танцевать. У меня снова появился огонь, блеск в глазах. Просто действительно хотелось жить и дальше делать что-то для Бога. Уже не так стала интересна карьера, другие какие-то вещи. Просто настроился фокус, он вернулся туда, где он должен был быть. Здравствуйте, меня зовут Наталья. Я приехала на школу Ноха, и Господь просто, Он коснулся меня. Каждый раз, когда я приезжаю сюда, Господь касается и меняет жизнь, переводит тебя на новый уровень, вот, исцеляет, освобождает. Господь очень сильно действует через пастора Михаэля, через его служение. Бог каждый раз касается по-разному, и, вы знаете, приходит радость, приходит мир. Господь исцеляет. У меня болели ноги. Господь исцелил мои ноги. Исцелил мое сердце, мою душу. Бог наполняет. Просто ты здесь переживаешь присутствие Бога. Ты каждый раз по-новому его переживаешь, каждую школу ты переживаешь Бога по-новому. Ты поднимаешься все выше и выше, и такое чувство, как будто ты уже готов достать до неба. Я верю, что Бог, Он приготовил для каждого что-то необычное, что-то, то, что вам не хватает на этой школе. Это любовь, радость, благополучие в финансовой сфере, в душевной сфере. Возможно, ну вот как у меня было, что я думала, что у меня нет талантов, я думала, что ну, я посреднический человек, у которого нет талантов. Но я вижу сейчас, что Бог высвобождает мои таланты, Он дает мне видение, Он мне дает понимание, дает эту любовь к служению. Просто я вижу, что мое. Я начала видеть, что мое, какое мое служение, как я могу раскрыться, как я могу служить своим даром Богу. Вот. Я думаю, что это то место, где меняется мышление, меняется жизнь человека. Вот. Самое главное, знаете, решить приехать. Ты когда решаешь, все складывается. Бог тебе дает возможности. Вот. Я верю в это просто, что Бог для вас что-то приготовил очень крутое на этой школе. Приезжайте. Обязательно. Вы получите благословение, получите финансовый прорыв, душевное освобождение, любовь, мир, покой. Вот. И будьте всех-всех любить. Здравствуйте, драгоценные. Меня зовут Денис. Я сейчас нахожусь на школе Еноха. Это благостное место силы Духа Святого. Вот. Есть в ощущениях это. Много чудес происходит, много исцелений происходит. Люди говорят об этом, люди свидетельствуют об этом. Я пришел с той целью, чтобы Дух Святой меня коснулся, чтобы были откровения, было наполнение. Пастор-пророк Михаил сказал мне пророческое слово. Я его принял, я понял, о чем он говорит.
Вот, и что-то внутри меня поменялось. Это было подтверждением. Во время молитвы, когда я подошел, я почувствовал силу Божию, необычную силу сверхъестественную. И что меня коснулся? Дух Святой. И в это время я получил откровение. Было прикосновение, и на физическом уровне я почувствовал мурашки и легкое прикосновение, как электричество коснулось. А после школы, как я приехал домой, было время сна. Я долго не мог уснуть, и было наполнение очень сильное, присутствие Бога. Я о нем думал, я о нем размышлял. Я пел псалмы в эту ночь и под утро только уснул. Ну, хватило буквально 2 часов, чтобы выспаться. И когда проснулся, я опять был в бодрствовании находился. Это было состояние умиротворения, была легкость, было какое-то освобождение. Ну и была безумная любовь ко всему, то, что меня окружает. Дорогие друзья, я рекомендую школу Еноха, так как здесь происходят реальные чудеса, сверхъестественные вещи происходят. И каждый, кто любит Бога, я думаю, то, что каждый хочет испытать эти чувства, прикосновения, ощущения, наполнения. Пусть Бог благословит вас.